Всем привет, вы на канале Сура Сура. Я довольно часто вижу в чате вопросы по поимке фамильяров, да не только в чате, мне тоже довольно часто пишут этот вопрос. И я решила не словами объяснить, а показать, как же их, собственно, приручать. Объясню я довольно кратко, просто покажу, как все тут делать. Начнем с того, что нам нужно найти светябочек. Это три светящиеся бабочки синим. Они летают на локациях, где у нас, собственно, мобы ходят, где мы можем их фармить. Там же эти светябочки. Нашли светябочек. Взаимодействуем с ними, и там появляется уже фамильяр. Также взаимодействуем с ним, отдавая ему печеньку. Он ее съедает, и у нас есть шанс, собственно, приручить его. Не всегда получается приручить этого фамильяра с первого раза, да, но чаще, конечно же, это происходит быстро. Также намного чаще появляются фамильяры одной звезды, могут и двухзвездочные появиться, но это прям совсем редкость. У меня было это только один раз. Трехзвездочные не знаю, ни разу еще такого не видела я, но вот... можно вполне себе, наверное, все-таки выцепить его. Собственно, вот так они и ловятся, нам все настолько просто. Но если вдруг у вас закончились эти печеньки или у вас их нету, то вы можете их купить в основном магазине в разделе «Предметы для путешествия». Стоят они 3000 золота, в принципе, немного, и получаете по одной печеньке каждого вида. Да, фамильяры едят не только печеньки в виде косточек, они требуют разные, зависит все опять-таки от типа этого фамильяра и от звезды. Я надеюсь, что вы поняли, как этих... фамильяров приручать. Всем большое спасибо за просмотр, ставьте лайк, комментируйте и не забывайте подписываться на канал, также на группу ВКонтакте. Ссылка находится в описании. Всем до следующего видео.